Это был бы такой политический стендап. Я очень большой приверженец вот именно этой формулы. У меня есть несколько опытных таких работ. И мне кажется, что политика должна быть забавной. Знаете, вот это нагнетание с исступленным выражением лица, с этой неистовой злобой или верой, или наоборот отсутствием веры. Все неистовое, все чересчур не нужно людям. Люди должны воспринимать информацию легко и свободно и воспринимать ее как информацию, а не как попытку надавить вам на мозги. Вот мой жанр – это попытка разговаривать. Даже с теми, кто принципиально не согласен со мной, даже не сходит, в том числе и в Фейсбуке, до оскорблений, я продолжаю терпеливо с ними разговаривать. Важно говорить, а не высказаться.